В холле ДК «Металлургов» состоялась ярмарка профессий, на которой было представлено 21 учебное заведение. Для того, чтобы определиться, какую профессию выбрать, сюда пришли учащиеся 9-11 классов Кальмиусского и Центрального районов. По словам начальника отдела активной поддержки Мариупольского городского центра занятости Леси Петрушенко, эта ярмарка профессий проводится в рамках мероприятий программы занятости. Наши ярмарки проходят, как я уже сказала, ежегодно. Меняется только формат ярмарки, количество школьников. Мы проводим ярмарки и на площадях, и города, и в городском парке проводили. Вот. Сегодняшняя ярмарка у нас не такая крупная, но тоже, как вы видели, детворы довольно-таки много. Перед гостями выступила заместитель начальника управления образования Мариупольского горсовета Неля Пак, которая рассказала, что в нынешнем учебном году из школ Мариуполя будут выпускаться более 1800 учащихся 11 классов. И мы очень бы хотели, чтобы сегодняшняя ярмарка профессий, она вам помогла определиться, как сказал Юрий Павлович. У нас с городским центром занятости населения уже не первый год верстается общий план профориентационной работы. Представители лицеев, колледжей и вузов города рассказали о том, какую специальность можно приобрести в их учебном заведении, о действующих образовательных программах, а также о перспективах дальнейшего трудоустройства выпускников. Да, музыкальное училище вызывает большой интерес у наших студентов. И несмотря на то, что у нас... Мы делаем успешно набор и все. У нас в городе не всегда много знают о том, что в училище, которому в этом году исполнилось 50 лет, мы праздновали в юбилее в драмтеатре. В училище у нас несколько лет тому назад было открыто актерское отделение, которое пользуется большой популярностью. И наше училище в связи с этим является единственным училищем по Донецкой области, где существует два факультета. Это факультет исполнительский музыка и факультет актерский. Мы готовим детей по следующим специальностям. Значит, строительство зданий и сооружений, изготовление металлоконструкций. Также мы готовим детей по специальности дизайнеры ландшафта и помещений. У нас есть транспортные специальности. Мы единственные в городе готовим по такой специальности, как организация и регулирование дорожного движения. Механиков по профессии обслуживания и ремонт автомобилей и двигателей. Также бухгалтерские специальности, бухгалтерский учет и финансы и кредит. У старшеклассников все это вызвало неподдельный интерес. Но я хочу поступить в Бердянск на педагогический. Все. Ну вот, к примеру, в АМИ. Морское. Не знаю, просто нравится.